Добрый день, я врач Игорь Симонов, и сегодня я продолжу объяснение использования пульсовой диагностики Wu, Xin и пульсовых карт. Сегодня я расскажу, какие показания нам дают пульс для использования точек спины Шу и точек живота и груди Му. Здесь у нас две пульсовые карты, которые мы раньше уже рассмотрели. Несмотря на это очень хороший пример, как мы будем использовать точки Му и Шу. Напомню опять, это меридианы легких, сердца, поджелудочной или селезенки, печени, почек. И здесь меридианы толстого кишечника, тонкого кишечника, желудка, желчного пузыря, тройного обогревателя или сандяо и мочевого пузыря. Трудность 67-я наньцзинь говорит, что когда заболевание инь движется в сторону янь, нужно использовать точки Шу. И когда заболевание янь движется в сторону инь, нужно использовать точки Му. Что это значит? Напомню опять, что мы говорим о пяти движениях Ву, Синь. То есть, например, здесь меридиан сердца находится в недостатке. Что это значит? Это органы дзань. Если они в избытке, эта часть инь начинает наполняться, часть инь. Недостаток – часть янь. То есть в нашем случае органа дзань сердца становится более, из части более инь становится более янь. Из движения металл движется в сторону, из движения огня, движется в сторону металла, становится более поверхностной. Это говорит о том, что из инь движется в сторону янь. В этом случае используем точки на спине Шу для укалывания и на животе прижигания. Точки Му для прижигания, точки Инь. Здесь у нас поджелудочная. Поджелудочная у нас в избытке. Это говорит о том, что из более Янь становится более Инь. Движение Ву Син из земли становится движением дерева. Движется из Янь в сторону Инь. В этом случае для укалывания используем точки Му, Инь. Точка Му на животе, селезенки. И на спине используем точку Шу для прижигания. На этой пульсовой карте, например, можно увидеть, что толстый кишечник находится в недостатке. Это органы Фу. Поэтому, когда органы Фу начинают наполняться, движение происходит сюда, более Янь. Здесь более Инь. И в нашем случае пульс становится из яньского, самый поверхностный пульс толстого кишечника становится более глубоким. Из яньского более яньский. Движение из Янь идет в сторону Инь. Из металла становится движение дерева. Движение из Янь в Инь. Для укалывания используем точку Му, и для прижигания используем точку Шу на спине. Здесь в обоих картах мы можем увидеть, что, например, желудок в полноте, то есть из движения земли стал движением металла, то есть из инь становится более яньским. Используем из инь в янь, используем для укалывания точку Шу на спине, точку Шу желудка,
И на животе используем моксу, прижигание, точка му, желудка, прижигаем. И здесь последний пример. Это у нас мочевой пузырь. Он находится в избытке. То есть самый глубокий пульс органов фу мочевого пузыря становится более поверхностным. Движение из йинь в сторону янь. То есть используем точку шу на спине для укалывания и точку му на животе для прижигания. То есть 67-я трудность указывает нам, как мы должны согласно пульсу использовать, укалывать или прижигать точки шу и точки му для большей эффективности, для правильного лечения заболеваний. Спасибо.